1 сентября 65-я школа встретит своих учеников новой столовой. Это образовательное учреждение одно из восьми, в котором до начала учебного года завершат ремонт пищеблока. Здесь полностью поменяют оборудование и увеличат количество посадочных мест в обеденном зале. Все необходимое уже привезли. Сейчас идут работы по подключению технологического оборудования, монтируют вентиляцию и электрику. Мы нашли возможность выделить помещение для организации столовой с доготовочным технологическим пунктом. И с 1 сентября уже не 30 одновременно, а 120 детей в одну перемену смогут получать в комфортных условиях качественное питание. В рамках программы с областным софинансированием отремонтируют 4 школы и еще 4 из муниципального бюджета. К проверке выполненных работ в этом сезоне присоединились и родители. Они самые требовательные ревизоры. Замечаний у меня как у родителя на сегодня нет, потому что я вижу работу в администрации школы, о том, что школа пытается создать все комфортные условия для обучения детей. Ну, те небольшие шероховатости, которые остались, я думаю, что администрация их подправит. И дети с удовольствием 1 сентября придут в школу и начнут обучение в новом учебном году. Приемка школ в Иркутске завершается. Комиссия оценивает уровень проделанных работ, условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей. Кроме того, все учреждения города в обязательном порядке продолжат соблюдать противоэпидемические меры и санитарные требования. Екатерина Сыроватская, АСТВ.